Следователь Следственного комитета действительно был в лесу, в котором погиб егерь. Это сегодня официально подтвердили в Следственном комитете. 6 августа в охотхозяйстве Владимирска в Сарактарском районе было обнаружено с пулевым ранением тело 50-летнего Сергея Рябова. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». О том, что произошло в охотхозяйстве Владимирское неделю назад, Следственный комитет информацию дает достаточно скудную. Известно, что егеря нашли с огнестрельным ранением, но теперь уже официально подтверждается, что в момент происшествия в этой местности находилась компания, среди которых был сотрудник Следственного комитета. И главное, уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности». На сегодняшний день это пока все из официальной информации. По данным следствия установлены были лица, находившиеся в момент происшествия на территории охотничьего хозяйства. Кроме того, установлено, что одним из них являлся сотрудник Сарактарского межрайонного следственного отдела. Более того, следует отметить, что к работе следственной группы отдела по расследованию особо важных дел подключены криминалисты регионального следственного управления, а также старший помощник по вопросам собственной безопасности. Из неофициальной информации в охотхозяйстве Владимирское, по нашим данным, нередко охотятся руководители силовых структур области. Во вторник вечером в охотничьих угодьях егерь Рябов пристреливал карабин. Карабин заместителя начальника Сарактарского следственного отдела под фамилией Долбня. Эту информацию Следственный комитет не комментирует, не говоря о том, сколько человек было в лесу и что, собственно, вся эта компания там делала с оружием. Сейчас охота вообще запрещена. По делу назначены необходимые судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. После сбора и оценки всех доказательств по делу будет решен вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.